Итак, мои друзья, а скорее дамы, это для вас, дамы, это для вас. Потому что то, что творится у вас во влагалище, знаете только вы, а никак не я. Итак, когда мы берем миому и эндометриоз, да, которые две подружки, понимаете, да? Два друга, да, как этот говорил, хрен да подпруга. Вот именно это мы должны понимать как разрастание этих тканей. Это то, что микропаразитам легче жить на слизистой. Потому что если мы берем миому и предположим, фибромиома это совершенно другое. Мы берем миому и эндометриоз, это все из клеток именно самого мышечной вот этой вот верхнего слоя матки, внутреннего и внешнего слоя матки, именно вот этот вот мышечный, как бы верхнемышечный, да, вот то, что сужается, верхнемышечный слой слизистой, да, вот он, а знаете почему? Потому что им вкусно это кушать. Ну, гораздо легче, наверное, кушать слизистую. Представляете, этих маленьких монстров, которые жрут это все, которые поселяются в этих клетках и дальше начинают работать. Они там живут, понимаете, да? Этот раб несчастный ходит на работу, или рабыня, да? А внутри у нее сидят паразиты, которые абсолютно спокойно размножаются. И у меня когда-то... Я еще не занимался альтернативной медициной. У меня была приятельница, у которой была здоровенная киста. Ее удалили, а через две недели, причем киста яичника удалили вместе с яичником, она где-то через две недели, через два месяца у нее на втором яичнике появился. Они умные, они селятся. Понимаете, да? Мы же видим, какие политические игры и как народы перемещаются, да, на нашем, так сказать, даже постсоветском пространстве, да. Мы же сейчас все с вами видим, да, эти все Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Белоруссия, Украина, мы все видим вот эти вот политические замесы. В нас происходит абсолютно то же самое. Поэтому... А какой вопрос там был по поводу... Нарастание тканей во влагалище. Да, Настя улыбнулась по поводу вопроса. Нарастание тканей во влагалище. Поэтому вы должны понимать, что хирургическое вмешательство ничего не даст. Они будут дальше атаковать, дальше селиться, пока иммунная система не начнет работать и бороться с ними. А в другом, любом другом случае, если вы что-то удаляете, это не работает. Они дальше селятся в вашем организме. Выздоравливайте, мои дорогие женщины.